Все начинается с карандаша или с точки бумаги. После этого ты это пилишь, фрезишь, кромишь, зарубаешь и шлифуешь. Очень много шлифуешь, постоянно шлифуешь. Машинкой, шлифуешь другой машинкой, шлифуешь станком, шлифуешь вручную. Потом, если дело доходит до этого, ты либо красишь, либо маслишь. И потом покрываешь лаком, но в промежутках шлифуешь. А потом, когда заканчиваешь, опять шлифуешь. Косой шуруп называется, всегда использовалась не только сейчас, но даже в советские времена это использовалось. Просто саморез загонялся под углом. И это позволяло фиксировать любые детали друг к другу под 90 градусов вообще хорошо. То есть клей, пару саморезов для фиксации и нормально. Простой конструктив, то есть который мы должны собрать. То есть там надо понимать, что должны быть какие-то ребра жесткости, наверное, они вот здесь вот встанут. Здесь какое-то ребро будет, наверное, да, его видно не будет. Не рабочий какой-то чертеж, это просто мне напоминалка, что сверху, что сбоку, о чем надо не забыть. Если ты это не шлифовал, то это нахрен никому не надо. В итоге все к этому сводится.